карты Лови Кэшбэк – это платежная система МИР. Вот хочу вам показать лайфхак, как пользоваться по максимуму не только кэшбэком от Лови Кэшбэка, простите за масло масляное, такое название нашего проекта, да, но и от платежной системы МИР. Итак, смотрим. Значит, есть сайт такой – приветмир.ру. Вот здесь можно зарегистрироваться, но я уже не буду показывать процесс регистрации, там все элементарно, да. Вот, и вот, например, я даже не знал, что в Роснефти, оказывается, я заправился и получил скидку. Я как-то зарегистрировался и забыл об этом. А тут, оказывается, что-то начисляется, вот. А тут другие друзья сообщают, что сейчас в Пятерочке идет какая-то акция. Вот, соответственно, давайте вот докрутим до конца сайт. Видите, здесь в подвале Apple Store, он нам не нужен, нам нужен Google Pay. Заходим. И скачиваем приложение просто само. Ну вот я смотрю, что-то не работает. Ну, такое бывает. Нас же тут под санкции взяли. Поэтому давайте просто зайдем в Play Market. Вот он, Play Market, да? И введем здесь прям привет, мир. Вот он. Устанавливаем. Загружаем, устанавливаем. Ну и, собственно говоря, с помощью этого приложения легче, чем на сайте, можно выбирать всякие акции. Здесь, конечно же, надо зарегистрироваться снова. Я думаю, по номеру телефона, который я зарегистрировался, у меня все всплывет. То, чего я зарегистрировал на сайте, собственно говоря. Все как в приложении обычном. Так, мои карты нажимаем. Да, вот мой Акбарс карточка, моя карточка Акбарс. Хотел логотип посмотреть, ну ладно, без логотипа. Так, личные данные. Угу. Так, кэшбэк. Вот она, моя Роснефть. То есть все подцепилось. Вот, теперь надо просто пойти в акции. Не вижу, где они. Сейчас, вот они, акции. И вот, видите, Пятерочка. Хоба, кэшбэк 10%. Ну-ка посмотрим. От 1500 рублей купить вот в такой-то срок. Так как карта у меня уже зарегистрирована, все. Я покупаю 10%, получаю, но не больше 300 рублей. Классно, классно. У нас есть люди, которые уже получили. Вот с их подачи я и зашел и скачал приложение, и посмотрел поподробнее, и вам это сообщил. Так что пользуйтесь, ребят, лайфхаком таким. С вами был Алексей Хохлатов, и всего доброго. Продолжаю делиться полезностями финансового плана в данном случае.